Мой рабочий день начинается в компании котов. Тиша, Степа, Митя. И, конечно же, Стиш. Стиш, ты какая-то напольная кошка просто. Тебе жарко, да? Поэтому ты все время спишь на полу. А я боюсь пошевелиться, чтобы тебе не проехаться по физиономии. Стешек, а Стешек? Может, пойдешь на диванчик какой-нибудь, на кроватку? Малышки. Или так удобно. Понятно. Ну ладно, спи уж как удобно.